Зачем осуждать нам другого? Пора за собой наблюдать. Коль смотрим на вид чей-то строго, начнем мы себя исправлять. Иисус не давал приговора, Он шел на Голгофу страдать. И казнь эта была позора, весь люд его стал обвинять. Так узко, терниста дорога, на крест сын пошел умирать. И не было больше иного, кто б грешника в рай мог позвать. Давайте подумаем снова, как нам свою плоть побеждать. И по воскресении Христова дарована нам благодать. Любовью обнимем друг друга, нельзя никого осуждать. И я поняла очень много, когда друг стал Хаузер играть. Под классику снова здорова, люблю свою мать обнимать. Мне не перепрыгнуть забора, в письме папа стал помогать. На этой земле столько горя, друзья могут даже предать. От них не хочу золотого, зачем две руки обжигать? И от притяжения земного мой Бог меня может поднять. Коль сердце мое платяное заплачет порою опять, зато на ладонях у Бога оно может вновь оживать. Простите, Степан, ради Бога, позвольте вам стих прочитать. По нотам играю немного, зато могу вас ободрять.